Целый день произношу себе: мне нравится там теплая одежда, мне нравится вот эта женщина, мне нравятся мои дети, мне нравится мой дом, мне нравится там еще что-то. После этого мне нравится, как я поел, мне нравится, что я поел, мне нравится, куда я еду, мне нравятся листья, мне нравится солнышко, мне нравится и так далее. То есть фактически я подчеркиваю всего лишь проявляющихся и незаметно мимо меня уплывающих или улетучивающих вместе с прошедшей моей жизнью чувства, которые я до этого не испытывал или упускал, как бы не подмечая их. Но зато, когда человеку начинает что-то не нравиться, то это выглядит так. Смотрите, как это омрачает человека. Не нравится, нам кажется, что больше, чем нравится. Мы зацикливаемся на не нравится. Не нравится это, не нравится это, не нравится женщина, не нравится еда, не нравится порядок. Не нравится, как называют, не нравится, во что я одеваюсь, не нравится, как я выгляжу. Не нравится, не нравится, не нравится. И...